Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня посылка от Фиоры. Они поменяли оформление коробочки, упаковка стала похожа на сундучок. Как всегда, визитка с инструкцией по сушке продукции и все ссылки на их соцсети. Заказала свою любимую парочку топ без липкого слоя и каучуковая база. Большинство работ выполняю этой базой и топом. И даже если клиент выбирает цвет другой торговой марки, зачастую работу выполняю именно этими базой и топом. Топ заказываю второй раз, а базу уже третий. В этот раз наконец-то заказала праймер. Имеет характерный запах. И наконец-то у Фиоры появился матовый топ. Очень интересно его попробовать, но это чуть позже. Сейчас самые долгожданные бутылочки с жидким блеском. Посмотрите, какая красота. Любоваться можно бесконечно. На типсе один слой уже нанесла, наношу второй слой. Здесь также один слой уже нанесла, наношу второй слой. Очень красиво. Это просто цветной гель-лак. Второй слой. Очень понравился цвет, заказала для цветочных рисунков. И три кошечки. Наношу черную подложку. Проверим матовый топ. Перекрываю сначала ноготок топом без липкого слоя и матовый топ. Меня удивила консистенция. Все матовые топы, которые у меня есть, жидкие, а этот, смотрите, средней густоты. И вот результат. Очень круто. Ссылку на интернет-магазин оставлю в описании под видео. Сейчас на сайте очень хорошие скидки до 42%. Бутылочки объемом 12 мл – это хороший рабочий объем. Успейте купить по приятной цене. Кстати, при заказе 2500 рублей доставка будет бесплатной. А сейчас очень простой и быстрый дизайн. Делаю фон. На палитру ставлю жидкий блеск. Беру тоненькую кисть, заполняю ноготок произвольными линиями. Дублирую полоски, чтобы сделать их поярче.
перекрывают топом. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, жду их в комментариях. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!